Сегодня 17 июля 2017 года. Иду в ашрам. Надеялась, что встречу обезьянок. Взяла бананчик. Но обезьянок я не встретила с утра. Очень часто они там общаются возле нашего дома. Но сегодня, видимо, я поздно вышла. Шопинг. И я на шопинг. Все на шопинг, и я на шопинг. Придется банан кому-нибудь отдать. Ей бананчик отдам. Все. Нету обезьянок. Девочке банан отдам. Она отдаст обезьянкам. Ну, посмотрим, что я тут купила. Сходила в шопинг. Шоп пустой, совершенно пустой. Все полки опустели, ни масла, ни крупы, ничего. Немного осталось, как остатки, как будто распродажи. И вот это тоже шопинг, где промтовары продают. Тоже, говорят, пустой. Не знаю, почему. Что почем, значит, у меня получилось. Колифлавр, цветная капуста. Одна капустина, 25 рупий. Грин чили, но там я несколько штучек купила. Хочу сделать панир с такими специями. 2 рупии. Ну, это, я думаю, паприка вот эта вот. Желтая, красная. Нет, вот паприка. 15 рупий килограмм, да? 400 грамм на 6 рупий. А это баклажанчики. Тоже по 15 рупий килограмм. Кило 300 на 20 рупий. 4 больших баклажанчика. В общем, я не знаю, она так считала вначале. 150, говорит. Я напрягаю память, хочу вспомнить, что у меня там за 150 такое я купила. Так, а она мне сосчитала лимончики-то. У меня же там было 2 лимончика. Нет, даже больше. Не поняла. 25 колифлавр. Лимоны она забыла пересчитать. Блин, надо идти назад. Не хочу портить карму. Сейчас пойду назад, отдам деньги за лимоны. Очередь вот такая вот. Кэри-кэри, yes. Кэри-кэри. Так, да, пойду расплачусь. Как хорошо, что проверяешь. Я проверяю, потому что я... Не потому что уж боюсь, чтобы меня обсчитали. Я боюсь сама обсчитать, лишнего получить, потому что мне прилетает моментально. Мне прилетает в 10 раз. Вот если сейчас на 10-20 рупий они ошиблись, не успею отойти... 200 рупий потеряю. Я уже это замечала давно, закон бумеранга. Особенно, если ты знаешь. Если знаешь, надо идти и вернуть. Обязательно. Пошла возвращать. Так, сколько же там у меня лимонов-то? 10 штук, по-моему. Уж так она меня за эти 10 рупий благодарила. Thank you, Дханиват говорит, ручки сложила. Я говорю... Я просто не хочу плохой кармы. Где могу, лучше избежать этого. Ну все, а теперь можно спокойно идти домой. И теперь со всем этим богатством главное не попасться обезьянам на глаза. С утра я их искала, они где-то гуляли. Но по закону подлости могут увидеть прозрачный пакет. Когда прозрачный, у них иногда бывают такие... Организованные группировки. Один отвлекает, другой нападает. Я сейчас, наверное, в рюкзачок положу. У меня рюкзачок есть. Потому что в прозрачном пакете одинокой женщине
нести овощи в Индии. Опасно. Они там разбирать не будут. Иностранка ты, не иностранка. Сейчас приныкаю. Ну вот так, совсем другое дело. Так нас не догонят, у нас не отнимут в таком виде. Зря я суетилась, прятала, никого не видно.